Мне пришло СМС от человека из прошлого. Так неожиданно это и так странно. Вновь ворошить, что давно уж заброшено. Скрывая замки на секретном, не надо. Звук сообщений прямо стрелой до сердца. Пульсом вибрации бьется в моих висках. Боже, скажи, куда же теперь мне деться? Ведь раньше покой был только в его словах. Страшно открыть забытую переписку. Маленький мир, понятный лишь нам двоим. Страшно представить, что же я там увижу. Ведь мы целую вечность с тобою молчим. Эти минуты безмолвности словно ад. Вставали мне комом в горле среди ночей. Как я хотела вернуться к тебе назад. Как я мечтала стать снова навек твоей. Я не могла и представить, что будет так. Думала, это конец. Жирная точка. Но ты написал. И кажется, это знак. Начало новой главы и первых строчек.